Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты об ориентальных кошках. Ориентальные кошки – животные с экзотической внешностью и прекрасным характером. Они общительны, дружелюбны, преданы и очень умны. Представители породы имеют необычную историю происхождения и отличаются рядом занимательных особенностей характера и физиологии. Чем же ориентальные кошки так примечательны? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 5 интересных фактов о представителях данной породы. Первые упоминания об ориентальных кошках можно найти еще в древних рукописях Таиланда. Они содержат изображения и описания кошек, очень похожих на современных ориенталов. В 19 веке одновременно с кошками сиамской породы эти животные были привезены в Европу. В 1896 году в Англии прошла выставка, где впервые были представлены сиамские и ориентальные кошки. Так получилось, что благодаря своему необычному окрасу сиамские кошки затмили своих сородичей ориенталов, и в итоге заводчики вспомнили о них только в 60-х годах 20 века. Именно в это время началась активная работа над разведением ориентальной породы кошек. Чтобы получить породу, сиамских кошек скрещивали с полностью окрашенными короткошерстными. Сегодня сиамские ориентальные кошки входят в единую породную группу и имеют общий стандарт. Ориентальные кошки знамениты своей разговорчивостью и общительностью. Представители породы не просто мяукают, в их арсенале огромное количество самых разных звуков и интонаций. На коленях хозяина кошка может нежно мурлыкать. Если ориенталу необходимо привлечь внимание к себе, он будет очень громко мяукать. А вот если представителя породы чем-то обидели, он вполне может перейти на жалобный мяукающий тон. Ориентальные кошки – очень теплолюбивые существа. Их необходимо беречь от холода и сквозняков. Эти животные чувствительны к низким температурам. Помните об этом и старайтесь всегда поддерживать комфортную температуру для питомца, где бы он ни находился. Ориентальные кошки очень похожи на собак. Они невероятно игривы, преданы и любят разучивать трюки и команды. Если на питомца не обращают внимания, он может принести все свои игрушки к ногам хозяина и демонстративно начать играть с ними. Представители этой породы – прекрасные компаньоны. Они легко поддаются дрессировке, их можно научить приносить легкие предметы. Ориентальные кошки отличаются хорошим здоровьем, они очень редко болеют. Средняя продолжительность жизни представителей породы составляет от 15 до 20 лет. Таковы интересные факты об ориентальных кошках, восточных животных, сумевших своим замечательным характером покорить весь мир. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!